Если ты за 5 дней замуж выйдешь, я тебе все долги прощу. А если не выйдешь, твоя компания становится моей. Но я хочу находиться в одном из своих гипермаркетов. Гипермаркет убираю я. Сотрудника я. Пускай это будет самое низкооплачиваемое чмо. Хорошо. Начальство тебе прислало нового стажера. Ира. Блин. Что это? Порвалось. Порвалось? 4000! 4000 лифчик! Ирка! Ты что, не знаешь, почему я здесь? Нет, не знаю, почему. Потому что... Пикаперы! На последнем занятии они все должны пойти в людное место, может познакомиться и применить свои познания на практике. Бабу склеить по-научному. Всех уволю. У вас всегда так? Я отсюда не выхожу уже очень давно. Почему? Привет. Мне так комфортно. Крыша над головой есть, все коммунальные услуги. Еда, вон, пожалуйста, тебе сколько хочешь. Одежда. Что еще нужно человеку для счастья? Ты помнишь, ты меня спрашивала, что мне здесь не хватает? Пекинской утки. Да не только утки. Тепла не хватает. Человеческих взаимоотношений. Выходи, пожалуйста, за меня замуж. Что ты здесь делаешь? Вы расписываетесь, вы на нас не обращаете внимания. А что здесь происходит? Она поспорила с ним на кучу денег, что разведет тебя за 5 дней жениться на ней. Когда? Нас рекомендовали как делового человека, который может и маму родную продать. Это так? А я не знаю. Вы просто первый, кто хочет ее купить.